Поплыли-ка лучше найдем Петти. Так, это и то будет полезней. О, не бить! Это враг! О. Попросили меня кобальтов не убивать, что им надо делать. Что надо забрать? Убирайся отсюда! Блин, с этими бить кобальтов не бить. Так, ладно, трогать их не будем. Автосохранение хорошо прошло. Я бы всех пошел бы и аккуратненько там повыщелкивал. Долго, правда, было, да, но все ж. Давай. Да. Короче, запейте. Сейчас будем разбираться, что как к чему. Для начала мне надо узнать, что с кораблем. И если так судить, найти, наверное, свою сестру. К тому же там на острове довольно-таки интересные зверюшки есть, я думаю, можно позабавиться. Ой, как мало мяса-то! Поишь налево. Гномы, блин, какие-то гномы-то эти уродцы. Я думал, шахта там будет, блин. Это всяко, друзья, не гномы. Это, видно, их переименовали почему-то. Наверное, опять какие-то авторские права. Так, Антигуа нет. Ладно, на Килу поперлись. А, хотя с Килой, скорее всего, надо брать с собой этого недоколдуна, да? Началось. Соли нет, соли нет. Ну, кидываю я пачку соли в ванну, подумаешь. Давай. Я ее покупал, не волнуйся. Да, нет, стоп. А, да, все правильно, тебя взял. В общем-то, надо идти с ним, я так полагаю, на Килу. Но он, блин, слабенький в ближнем бою, вот что мне не нравится. Что это сейчас было? Оставь его мне. Йо. Ребят, вы чего тут? Совсем пережрали зверина. Да ни хера себе, это что за бред такой? О-о-о-о. Так. Да. Допустил ошибочку. Слушайте, что-то я распетушинился. Сейчас пойду троих забью. Я, слушай, ну нельзя играть в разные игры. Надо, короче, больше уделить внимание одной, а потом уже, не знаю, попробовать что-нибудь другое. Это как-то, блин, не вариант. Ты. Так, отлично. На Килу.
Давай. Конечно. Мужик, я понял, я без тебя никуда. У нас любовь и дружба навеки. Нифига только высадились уже и эти. Напали. Почему я подбирать это все не могу? Идешь? Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Я понял, я понял. Не подхилишь? Не, ну против одного-то я могу справиться практически кого угодно. А как бы, когда их чутка побольше не выходит. В принципе, да, на развитие как бы сначала те все мутузят. Но и здесь намного круче. Что нам делать с этим кристальным порталом на Крабовом берегу? Кристальные порталы связывают наши миры. В царство мертвых после смерти попадают наши души. Это другой уровень бытия. Оттуда редко возвращаются. Мы должны их уничтожить. Конечно! Можно стрельнуть из пушки. Продолжай. Но это плохая мысль. Эти порталы непредсказуемы. Они могут отбить пушечное ядро прямо в нас. Я не специалист. Спроси чародея. Что ты думаешь об этой части света? Здесь правит сама природа. И если не будем осторожны, она нас сожрет. Это же джунгли. Не все то золото, что блестит. Так что не доверяй глазам. Мне снился сон о человеке по имени Мендоса. Что? Только не говори, что ты об инквизиторе Мендосе. Ты его знаешь? А кто его не знает? Главная сволочь была в Инквизиции. И любого, кто не подчинялся его приказам, быстро убирали. Говорят, он участвовал в набегах вместе с пиратами. Интересная история. Тебе бы не хотелось встретиться с подобным человеком, поверь мне. На его совести сотни жизней. Что-то мне кажется, придется. Возможно. Но одна вещь не дает мне покоя. Зачем высокопоставленному инквизитору вступать в сговор с пиратами? Не знаю. Он давно умер. Просто смешно, что ты говоришь о нем. Кажется, я недавно видел один из кораблей Мендосы к западу от Тараниса. Но, возможно, это лишь совпадение. Да я что-то сомневаюсь. Надеюсь, он реально помер. Так. А как ты заполучил душу обратно? У меня было не так. Души находят покой на острове мертвецов. Но этот остров исчез, как будто земля поглотила его. Твоя душа, по-видимому, все еще в пути. Смотри, как бы тебе не пришлось скоро плакать, мой друг. Царство мертвых тянется своими лапами к миру живых. А ну-ка, загрузиться. Не нравится мне душа минус один. А, ладно. Ладно, хрен с ним.
Чё я такого, блядь, плохого сказал, а? А где моя душа, которая должна показываться? Тут сиди, думаю, а где здесь душа? Ну, украшения, меня, коллекция. Ну, я, слушай, не вижу эту душу свою. Хз, короче, берем мясо, да идем дальше. Может, восстановлю душу, может, нет. Ох, нифига там кабанов. Ну ладно, это я не осилю. Даже с напарником-то, блин. Угу. Я вспомнил. Вот черт, секундочку. Да, я вот сейчас вспомнил, что мне приходилось тупо тут бежать, не оглядываясь. Так. Его, в принципе, здесь можно прибить. Но я вот не знаю, макаку получится или нет. Зелье я буду собирать. Есть вероятность того, что... Ну, вот эти вот растения. Вероятность из того, что будет какое-нибудь особенное. Там теперь улучшенное зелье. Пока трубки не рекомендуется. Так. Интересные обломки. Интересно, сколько миль их пронесло по морю? Но не обязательно, может, они сюда и выплыли. Почему ты так думаешь, что их мили пронесли? Может, они вот кто-то был на этом корабле? Успели еле-еле, как говорится, душа в теле. Куда нахреначиться? Что? Что я думаю о знаках в ночи? Это очевидно. За нами следят. Нам не скрыться от их взора. И если тебя одолеет сон, то будет поздно. Предупреждаю тебя. А могу и так залезть, нормально. Очень сложно. Так, лады. Пуля, золото. Мерзкое пойло в бутылке. Ароматное вино называется. Ну хотя. После рома-то вряд ли тебе что-то понравится. Что? Так, а мы еще можем задание повыполнять. Туземцы одолеют нас и вырежут словно диких зверей. Их шпионы знают о наших слабостях. Туземцам.
Хитрый замок. Ха-ха-ха-ха-е. Кои-то веки, друзья мои, я нашел кирку. Я думал, они тут вообще, это легенда типа какая-то. Эти кирки. А, оказывается, они... Ох, ладно. Это что за... Чей хитрить корабль? Красиво. Ёп, спи... взять покататься? Да вряд ли получится. Так, а телепорт-то я вижу. Надо бы попробовать там упендриваться с паучками тоже, наверное. Этой лодке никуда не уплыву. Жалко. Так, мы попробуем давай паучкам там по щам намылить. Здорово, парни! Ты не можешь его убить, а? Я из твоей шкуры тебе шляпу сделаю! Гребаные пауки! Не подхилишь? Я сделаю. Ай, ладно. У меня, блин, здесь нон-стопом блоки. Что за нафиг там бегает? Ползи сюда, о, ты страшилище! Попадусики, попадусики. Смотри, я плавать. По-моему, тоже неплохо. Лиз. А сейчас я разобью пару черепов. И он готов. Не надо меня трогать. О, блин. Да уж. Здравствуй, дядя паучок. Не смешно. Вот ни хрена, ни чуточки. Сейчас я разобью пару черепов. Блин, ты... Ну и у меня, блин, напарник. Есть хоть какой-нибудь напарник, блин, с луком. Интересно, попробую потанковать. Я
из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Мозг себе купи. Да, блин. Ладно, давай хоть мясо засунем, не знаю, блин. Но ИИ здесь абсолютно нестандартный. Я могу уже отвечать. Друг, давай приходи в себя. Бежит горе луковое. Правильно, лупи ему по жопе, по жопе. Смотри, давай по жопе ему. Я его отвлекаю, ты его мочишь, все правильно. Хороший такой мальчик. Взяли ему 8. Ну, какую-то хрень сделал, да? В принципе, я не сомневался. Тут вроде больше ничего такого шибко интересного ты нету, да? Но все равно давай посмотрим. Он как, типа какой-то подъем. Да. Для напарника, потому что он меньше сделан. Так, ну пошли-ка заберемся. Получим звездюлей. Не, ну какой паучок-то, блин. Жесть. Я с Мракориса примерно как с этого паука получал. Да, я угадал. Ну-ка. А может я иди-ка вот таким боком доберусь до сеструхи? Она где-то должна быть, я так понял. Север, юг, запад. Она на западе должна быть. Это здесь, по ходу дела. Угу.
Я тут иду вот сюда, вот, да? Попробуем через пещерку тогда пройти. У меня же кирка-то есть. Если что, вернусь обратно. Не проблема. Здравствуйте. О, дробь. Мушкетик, да? Я не знаю, как насчет мушкета, конечно. Ну, блин. Хотелось бы понять, как это тут мушкетом помахать. А, ну все, конечно, как всегда. Там закрыто просто. Да вы издеваетесь. Я чё сюда? Ради нового сраного сундука, что ли, пёрся? Видимо, да. Давай, прыгай, прыгай. Себе шляпу сделаю. Поберегись! Господи, помилуй. Да, какая жесть. Когда же я смогу кого-то сам лично убить? Так, для начала забираем сундук. А, в Two World была такая фишка, что ты сундук можешь много раз залазить, но каждый раз разные предметы. Ну, все сундуки такого уровня открываются одинаково. Немножко жалко даже. Так. Друг, брат, как отсюда выбраться? А как отсюда выбраться? Я понял. Сейчас надо перезагрузиться. Что-то я об этом не подумал, как всегда. Так, за мной беги. Смотри, ты тут под пальмами бананы бывают. Не, ну это, конечно, логично, но надо будет вокруг пальм побегать тогда. Может, я хоть и еду на дыбу, эту хилок-то нет, ни хрена. Пошли. Горе луковое. А надо разведку здесь провести. Посмотрим, противники такие как раз не по зубам. Да ты издеваешься.
Ну, когда этот козел ускакал. Ой, ты твою налево. Короче, я понял, что он меня загрызет. Я с ним один не справлюсь. Так. Падать неохота, но, видимо, придется. Хорошо, он три раза прыгнул. Я не думал, что так и глючит. Ну ладно. И очень странно работает. Слово. Это даже мягкое. Сейчас я разобью пару черепов. Пошли того, попробуем попинать. Здравствуйте, тетенька. Или это тетенька, а тут дяденька. Какие-то они воевают, смотри. Шара. Учитесь драться, друзья. Под стол, пожалуйста, не падайте от меня. Не, ну мне вот, в принципе, нравится это вот. Такая боевка, она тяжелая. Но для игр понедельник, вторник, среда очень даже идеально вот подходит. Потому что, как правило, понедельник день тяжелый. Ну, сейчас сомневаюсь, конечно, кто-то пьет. Но посмотреть на боль другого, чтобы забыть про свою боль, думаю, стоит. Я из своей шкуры себе шляпу сделаю. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим! Так, откуда там столько всего? Ну да, я кто-то сомневался. Не, ладно. Давай убиваем всех по новой, надо сохраняться почаще. Встанет, не встанет, не в этом проблема. Проблема в том, что на нас такие звери здесь еще и непонятных, которых много. Очень слишком дофига. Так, мне надо полностью расширить удар. Чтобы их на спинку валить. Там-тарам-та-там. Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Это было быстро. Это было-то быстро. Оставь его мне. Этот зверь уже никогда не встанет. То есть паук приперся аж отсюда? Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю! Ура.
спасибо, ты помогаешь, конечно, четко. Так, чего эти козлы там тусовались? Я что-то вообще въехать не могу. Ну, просто по берегу гуляли. Туда наверх я забраться не смогу. Вот это вот мне паршиво от этого. То есть мир не совсем доделан так, как бы хотелось. Ни ракушки, ничего. Да ладно. Ладно, может, травку тут найду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Уходим быстро. Что там вообще за хреновина была? Японский бухан, здоровый. Кажется, это пауки постарались. Пауки, ты там посмотри, что дальше. Ползи сюда, ты страшилище. А, фу, это такое. А, это морозный паук. Лихо. Ладненько, друзья, продолжим в следующей серии. Если понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на ютубе. Да, блин, там морозный паучок, ты намного сильнее. Подхилить меня не хочешь? Да, хилер от него, как не знаю кто.